Всем привет! Как всегда, я Супер, мы будем продолжать играть в игру по названию GTA San Andreas. Но я вам так скажу, я ее проходил последнюю неделю просто с удовольствием. Она у меня была скачана давно. Я сделал только 1-2 серии. Надо сейчас все сюда. Да ну, перестаньте. Вот. Не беспокойтесь, я не начитерил вот эти. Именно вот эту оружку, потому что я на военной базе ее нафармил. Базуку, конечно же, я начитерил. И палочку. Все, больше ничего я не начитерил. Вот. И вот только вы меня спросите, откуда у тебя 3 миллиарда 800 тысяч, я не знаю, это дохренища, короче, денег. Еще у меня есть вот такой стиль. Раз, все. Ты что мешаешься? Я полицейский. Стоять и поднять руки. Stop white day, stop white chew. Вот, последнее задание GTA San Andreas. Будем на этом обращаться с этой замечательной игрой GTA San Andreas. Потому что это последнее задание, если я не ошибаюсь. Можно сказать, последние миссии. Look, I know you down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke. Она у меня вся на английском. Без перевода. Yeah, but you're right. Оригинально. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. Давайте, ладно, это пропущу, ну зачем это нам надо? Итак-то в город хаусе. Я вообще все задания. Сейчас я вам подожди. Да. Big Smoke здесь живет, значит, все такое. Надо к нему подойти. Смотрите. То есть я когда вот. Я вот знаете, где был? Вот не поверите, я такие задания выполнял, которые вы вообще не снились. Конечно, кто проходил в GTA San Andreas, напишите в комментариях. Большинство, наверное, не проходило. Это вообще была ностальгия, потому что я эту игру не играл 9 лет. Представьте, 9 лет. Мне тогда было 6 лет, когда я эту игру играл. Вот. До сих пор она мне интересна. То есть здесь я задание выполнял отсюда до сюда. То есть вот это Сан Финьера, Лос-Сантос. Ну, вначале вы в Лос-Сантосе будете. Потом, когда все заданки там повыполняете, в Сан Финьера, потом в Лас-Вентурисе. В Лас-Вентурисе пипец было самое сложное задание. Это было в казино. Там есть один слепой чувак. Крутой вообще. Вот мы с ним встретимся в Сан Финьера вот как раз. Дальше потом здесь надо вообще такие трюки делать здесь именно. Вот видите, взлетная полоса — это не военная база. Это только в Diamond Emerald они сделали похоже типа на базу. А реально здесь заброшенный самолетный пункт. Из этого мы незаконно послушную сделаем самолет. Там у меня как раз и джетпак есть. То есть мы джетпак украдем прям в зоне 51. Вы не поверите, но джетпак где-то здесь находится. В подвале. И такая прям задание есть. Реально. Если смогу, я вам покажу. Ну, вряд ли я смогу, я уже вам прошел. Я вот в конце, если смогу, долечу до сюда. Я читы только использую, вот я вам реально не буду обманывать. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Хесоян использовал, который дает бабло и хп, и броню. Но мне нужна была только здоровье и броня, вот обычно. Еще вот. Задолбал, не мешайся, баба. Ладно, идти даже трогать не надо, потому что у меня есть багу Викс. Я его тоже использую. Вот смотрите, вот раз читер, два читер. И еще три — это Узуму МВ. Здесь есть различные оружия, видите, профессиональные. Тут базука есть в том числе. Вот. Вот эту мы стенку не сможем пробить, потому что ее надо пробивать через броневик. Я уже эту игру проходила, реально. Просто хочу снять видео. Дальше что мы можем? Еще какие читы использовал? По-моему, все, то есть три чита. А, нет, еще Рок-Катман. Вот. Джетпак использовал. Но джетпак уже мне не пригодится, потому что там он есть бесплатный. Он сам по себе спавнится, вон там, где самолетная площадка. Я вам потом покажу. Без шуток это, без... Да, вот, типа, здесь стоят. Давайте, постреляйте по мне. Ладно, давайте заберем этого. Пока там сражается, можно забрать этот броневик. То есть он водой пуляется, не беспокойтесь. И он не взорвется, потому что он бронированный от пуль. Что сказать, игра прекрасная. До сих пор. Наверное, она игра просто на века. Пробиваем стенки, не беспокойтесь. Не надо бояться, нужно вот этих всех отталкивать. Если вы не любите читы и не хотите проходить с читами, можете просто читы не использовать. Отсюда можно уже выходить. Сейчас Биг Смоука надо убить. То есть что тут? У нас все сдохли. Только вот этот Си-Джей остался. Си-Джей. Ой, не Си-Джей, как? Мы сами Си-Джей, по-моему. Да. Что-то я перепутал. Вот этих я даже не буду пулять. Да-да, типа выходит. Круто. Не, самое главное убить вот этого
главаря. Капец, на всех пуляет, а мне пофиг просто. Сейчас, а, нет, броневик все же взрывается. Откуда мне надо идти? Куда мне надо идти? Я не знаю. Бензопилой, конечно, можно всех зарубать. Даже не знаю, здесь не проходится. Все, открылась дверь, а то я уже встал. Давайте вот этот зарубаем. Дальше куда нам надо идти-то? Я не понимаю. Может быть... А, во-во-во, дверь. Да, все, пришли. С бомбой в руках. Видите, то есть Биг Смоук нас предал. Собрал все банды. Нет, это прикольно, что он собрал все банды. И даже голых мужиков. Вот. Вообще, красавчик. Вот как раз вот эта карта, вот видите, если мы будем работать в этом, в GTA Diamond Emerald, видите? То есть, GTA Diamond Emerald взял просто и все скопировал. Ну, как скопировал? Некоторые части карты просто скопировал и вставил. И некоторые кодировки добавил сам. Лично. Вот, чтобы, типа, работы придумать. То есть, GTA, ну, наверное, будет еще бесконечно. И к ней моды выходить, потому что есть различные моды. Все, третий этаж. Прекрасно. Дальше идем. Вот. Да, по мне пуляют, можете это не обращать просто внимания. Вот, вот как раз вот эту еще статую будут в некоторых серверах использовать. Биг Смоука, видите, у него там типа дробовик и узишка. Вот. Здесь что? Ну да, понятно. Даже, видите, он мафию собрал, то есть вообще красавчик. Вот это мне нравится, что он, ну, такой крутой. Хоть мы его сейчас убьем. Вот, ну ладно, давайте концовку все же покажу вам. Здесь он. Эй, Си-Джей, я was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, Си-Джей. Knew you was coming, and I don't give a shit. Вот я не понимаю, вот мы покупаем бронежилет, почему у нас не отображается на скине, а тут он его отображается. Травку закуривает, видите? Man, that's some good shit. Man, you and Tenpenny. And fuck Tenpenny. And fuck his Polish lapdog. And fuck the police. Он говорит, то есть, oh, that's old shit. На все, на полицейских, на военных, на банды. Smoke, you had. I made a CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man. А вон, да-да-да, которую ранили, это красавчик был, да, красавчик. И вот нас тогда, помню, в задании окружили. Нас окружили как раз. Я его базукой, мне интересно, смогу убить? Нет, надо его именно оружием. Есть. Какое оружие? Базука его не убить, значит, давайте обычное оружие. Ну, его вообще легко убить здесь. И если вы не сможете пройти без читов, то можете здесь отсюда брать хилки, вот, видите? На, в туалете. Вот. Да не мешайся. Можно, конечно, без что вообще эту игру вообще очень просто пройти. Вот. А это что мне интересно? Что он здесь сделал? Я не знаю. Все, у него мало хп. И мы прошли. Все. Сейчас концовка будет. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man?
Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Ну из-за денег он, значит, предал всех. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. Мы же семья, говорит. I just see the opportunity. Ну, короче, вы поняли, да? Мне интересно, как он вот этот всех собрал, всех разных, и Баласов, и Вагасов. И Гетто вообще, вот я не понимаю. Как ему все поверили, вот. Вот, как вот этот, типа, вот. Еще он не закончил сыграть, так что не беспокойтесь. Вот как раз вот этот, этого мента мы задание выполняли, и сейчас надо его убить тоже. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Go, деньги вот сюда. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. И, то есть, и еще этого полицейского мы убили, его напарника, белого, его ник даже забыл, имя забыл. Сейчас нам придется собрать деньги. I got a couple of rookies outside. But I got и как раз это чемодан от нашего, вот, и там как раз наклейка Rockstar. Ну, это легко заметить. Как мы за секунду, мне интересно, собрали деньги? Или мы только вот этот, у Big Smoke, который в руке стояли, деньги положили? Вот это мне было интересно. Crazy, man. И вообще мы могли бы его давным-давно убить. Если без этих катсцен. Куда он там убегает, короче? Все двигатели, значит, взрывает, и нам приходится убегать, значит. А вот как раз ночное зрение, вот, вот такая штука есть. Она нам дается в военной базе. Можно ее найти еще в военной базе как раз. Ладно, она нам не нужна, просто пробежим вот это все. Ладно, оденем все же, пригодится. Видите, то есть легко можно любого найти, к примеру, подойти к нему. Вот этот, вот, к примеру, где вот эта бомбочка. Где бомбочка-то, что я держал? Вот как раз. С4 выбить, к примеру, и бомбануть. Вот. Ну ладно, все, это пробежим, не надо, потому что я проходил только что секунду назад. Да, да, бла-бла-бла. Типа огонь, остерегайся огня, все такое. Ой, а где нам проходить-то? А, вот здесь. Ну ничего страшного, вот еще нам дают только 6 минут, а то типа спецназы придут там, все такое. Ну если и так-то хаос происходит, почему будет? Будем использовать тактику в GTA Diamond Emerald, где бежать так быстро нельзя. Из-за этого приходится вот так прыгать. Да, все пытаются убежать. Некоторые пытаются затушить огонь. Но у них как-то не получается так сильно. О, видите, максимальная хп. То есть не самая максимальная хп. Там еще надо ее качать и качать. Интересно, как они выжили бы, если бы, к примеру, я без читов играл бы? Все, мы ушли. Уходим с этого здания. А, нет, еще не ушли, да. Нам надо еще идти и дойти. Можно снять, думаю, очки ночного видения. Вообще, CJ, блин, тоже красавчик. Потому что и он всех мне задания выполнял. Вот все здание взорвалось, видите. Да там еще, я не понимаю, 5 минут оставалось. С какого фига она взорвалась? Вот. Ну ладно, эта игра, не надо так подираться. Вот, как раз красавчик, он прыгает сюда. И он будет удерживаться, не знаю, просто миллион времени. Сейчас нам надо сесть на мототачку и за ним гнаться. И если, ну, как я, не будете без Багу Викса играть, то вам просто желаю удачи. И здесь, видите, надо сейчас его поймать. Красавчика, если я смогу. Ой-ой-ой-ой, слишком
переставался. Вон, видите, кидают типа огонь. Но не беспокойтесь, это просто для эффекта. И стрелять это тоже для эффекта, так что не беспокойтесь. Машина бессмертная. И вы сами тоже бессмертны, можно так сказать. Если вы только не перевернете машину. Блин. Конечно, я водила от Бога. Просто вот это кинул и сразу же. Вот видите, все это для эффекта, чтобы для зрелища, чтобы было концовка такая прикольная. Надо сейчас красавчик вспомнить, когда с тачки, если я смогу. Блин, я сейчас его еще не успею догнать. Что тут чувачки мешаются? Он как раз, видите, приостанавливается, чтобы мы успели догнать. Идем за ним пока. Да, видите, машина все же не, в любом случае давно бы взорвалась, если вот эти как раз огненные шняги и все остальное упало бы. Сейчас я музыку уберу, там радио в машине, а то просто неудобно. Да, видите, приостанавливается машина, так что не надо беспокоиться. Можно вообще не торопиться. Как красавчик, мне интересно, удерживается в машине до сих пор. Еще машина едет, вот, представьте, он едет еще. Машина едет, точнее. Сейчас надо споймать красавчика. Думаю, сможем. Видите, любые препятствия для машины. Вот, видите, все, теперь надо его споймать быстрее. А то на его пальцы жмут, то есть еще вон, видите, еще полицейский мешает. Просто промолчу. Просто промолчу. Перестарался. Я думаю, даже надпись поставлю. Перечитерлина. Не знаю, что это перечитерлина. Вот. Ну ладно, сейчас еще раз постараемся. В тот момент, я думаю, просто буду помогать. То есть прямо ехать, я тогда думаю, как там слева обогнать, и нам времени побольше дадут, а нет, там прям секунды даются. Так что в этом моменте вы обязательно. Обязательно успейте, потому что если не успеете, как видите, обратно приходится выполнять. Но не беспокойтесь, если вы обратно в точку, где надо выполнять задание, придете, то не беспокойтесь. Она в тот момент, когда вот красавчик сядет в... Ну, руками станет на вот этот... пожарный... Как на... Лестницу, пожарную лестницу. Там, вот. Слово не мог подобрать. Я не понимаю, если красавчик такой качок, чего он удерживается, чего он просто не поднимется и пистолетом не добьет. Вот. Давайте просто за пожарной машиной ехать. Уже немножко осталось. Уже немножко осталось. Сейчас. Машину неплохую дают вообще. Вот такая машина почему не дается вообще с самого начала игры? Что типа она и не ломается, и не взрывается, и пуля непробиваемая. И, в принципе, ее перевернуть тоже сложно. Давайте быстрее ехать. Меньше слов, больше дела.
все тут. Вот, вот надо сейчас успеть. Если не успею, то все, нет. Кирдык. Обратно кататься после неохоты уже второй раз. В третий раз, можно так сказать. Потому что я же пришел легко. И сохранился на том моменте, где как раз пришел. Вот, все, здесь не надо промазнуть. Давай, 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 машину, ну гони. Если я еще не успею догнать красавчика с пожарной машины. Все, давай, 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 догонись, 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 давай, красавчик. Здесь возле него надо ехать. Все. Ой, блин, а, ну, повезло вообще. Я вообще красавчик. Еще он мне не... What the fuck? What the fuck? Как он это сделал? Если... О, успел, смог. Ура, уф. Сейчас в этот момент надо стрелять просто по пожарной машине. Меняемся местами, типа вот. И вам дается бесконечное оружие. Просто стреляем по... За нами еще будет ездить, так что надо защищаться тоже, потому что машина не бессмертная. Вот сейчас не бессмертная, я не понимаю почему. То есть я не понимаю, Биг Смоука и полиция защищает, и банды, и мафия. Просто ему повезло. Еще есть здесь одна задание очень прикольное, которое мне понравилось. Это типа такое задание, что вы уезжаете на самолете, когда вы в Лос-Вентурсе будете, одно задание такое. На самолете вы должны, ну, ограбить, например, самолет этот. А потом этот самолет вы должны обратно забрать. Ой, не забрать, сесть на него и поехать в... Как это называется? Арно забыл. Ну, короче, какую-то страну, где зима. Вот. Там будет такая мини-карта маленькая, зимняя. Нам сзади еще гулять, надо вот этих поубивать. Просто убили вот этого... который гоняющий, стреляющего, и все, нету проблем. Мне можно еще водилу, потому что он все же может помешать. Вот этого сейчас уничтожили. Все. Тут что, повернул. А нет, все же наша машина бессмертная, потому что уже давным-давно конец идет, так что да. Сейчас он не туда повернет и здесь сломается. Теперь думал, что страшно. Странно. Машина перевернулась пожарная, а она не взорвалась. Вот. Видите?
Говорит, помогите, полиция. По-моему, или нет. Assholes, you never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. Вон, который рядом стоит, этот чувак белый, это, по-моему, с какой-то банды. Just wanna be sure, salt, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in it. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. Far out, man. Тот говорит, you know, ну, красавчик сказал, не надо. I tried for 30 years to cross over, but you managed. Патроны тратил, а вот этот говорит, ты всю систему испортил, которую я не мог сделать. Тот говорит, ну, спасибо. Он говорит, ну, баба говорит, что он, баба, Смок, он там сам умер. Ну, вот этот старичок, который вот белый, он джетпак как раз скажет нам украсть, и нам снабдит оружием 1000 патронов. Ну, вообще, вот эти все, которые возле нас стояли, вот эти вообще красавчики. Нам друг другу помогали, и... Мы их не задания выполняли. Они ленивые жопы, да? See you around. Мы еще встретимся. Officer. Офицер. Ну, как встретимся, если он умер? Логично. Но не беспокойтесь, еще мы будем проходить в Vice City. Наверное, надеюсь. Еще GTA 5 и GTA 4. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check. What's up? Теперь мы можем делать новую жизнь и жить нормально. Она говорит, Сан-Фьеро, можно поехать в Лас-Вентурос. Но мы должны держать тебя тихо, потому что много людей уже имеют глаза на тебя. Все с оружием. Смотрите, тоже добряки. Наш золотой диск. То есть музыку придумали. Я себе сделаю золотые брекеты. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Wolf. Казино пойдем и все деньги будем тратить. У меня обнос крови. Принесите салфетку. Есть какие-то тампоны, что ли? Карл, ты куда? Я прогуляюсь, посмотрю, что там происходит. А Rockstar. Какую они чудесную игру сделали, которую можно и по сети играть в мультиплеере. Вот. Вот, который, вот видите, продюсер Лисли. Вообще тоже красавчик. Вот. Видите, сколько труда, сколько людей делали эту прекрасную игру. А вот еще теперь представьте, что есть GTA 4 и GTA 5, которая графика лучше, чем вот эта. Но все же вот это легенда, вот просто это игра легенда. С этой чудесной музыкой, где везде используется. А вот видите, Сан-Финьеро артист, вот Кристиан, который сделали карту. А вот Лас-Вентурос артист. А нет, артист, по-моему, артист вот как раз. Как раз вот этот лес, который люди пытаются найти Йети, но так и не нашли. Да большинство просто сделали моды, и вообще в этой игре, она же почти 3D, и здесь ее легко можно изобразить Йети из любого чувака. Вот как раз левелы, которые придумывали вот эти чуваки, которые я нервы тратил. И вот и программисты как раз. Геай это не Даттлс. Геай Манаген. Вот, который тестировал это все. Сеньор тест. Нил Корбет. Миссии тоже там проработал. Давид Ватсон. Из этих всех людей именно, они, по-моему, по сей день живы. Вот. Некоторые всего лишь пропали. Ну, не буду лучше это говорить.
Вот. Ну, большинство живы по сей день и разрабатывают игры. Да? Ладно, на этом буду прощаться. Можно там уже пропустить. Если... Нет, это нереально пропустить. Нет. А он как раз офицер. Вот. Ким. А, офицер администраторов. Вот. Ладно, давайте на этом прощаться. После этого нам просто дастся игра, и можно просто наслаждаться играть. Все, с вами был я, Супер. Не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео. Все, всем удачи, всем пока-пока. Вот как раз имена героев: Карл, Си Джей, Джонсон, Крис и Ю. Пока. Не, ну блин, что вы мне время не дадите, чтобы прочитать всех имена. Вот. Видите, то есть много людей, еще есть старостепенные, которые просто люди, которые ходят. Вот. Ну все, тут уже концовки подходят к концу. Прикольно, значит, концовки подходят к концу. Вот. Смотрите, сколько людей было написано. И именно ну, ботов в игре в GTA. Даже вот видите, диджеев использовали, чтобы музыку придумать. Моторинг капли. Дальше смотрим. Ну тут уже все, уже концовка к концу уже идет. Немножко осталось. И как раз вам покажу, что в конце будет. Сам дать. Даже после концовки. Ну и еще тут есть еще второстепенные задания, где можно там, к примеру, на тачке деньги крутить, еще на чем-то. Можете полностью захватить территорию в GTA San Andreas. Если захотите. Я не полностью, все же там кусочки остались, их можно добить, конечно. Вот как раз Лас Вентура с казино там. Большинство просто нельзя зайти вот. Думаю, в некоторых серверах продумали. Вот видите, здесь типа, написано казино, вот тут нарисован. Ковбой. Там девушка тоже казино. Или что это? Хотель, да. Хотель-казино. Логично. Все это красочно они сделали. Вообще красавчики, они здесь вот делают такую игру. Все, она к концу идет. Давайте, ладно, я на паузу поставлю и в конце покажу, что именно будет. Эх, зря я запись отключил, на паузу поставил. Оказывается, все, уже концовка закончилась, оказывается. Все, гантон. Все. Все, хаос пропал. Миссия на респект. Нам звонят уже. Hey, what's up? Hello? Yes, Claude! Faster, harder, deeper! Oh, yes! Не знаю, что-то происходит. Окей. Я не ожидал такого. Ладно. Можно еще так собирать сейчас, чувачков. Можно типа кучкой ходить, вот видите. Кто там все? Во, видите? То есть мы можем, знаете, что делать? Подходим к любому чувачку. Сейчас вот так. Еще здесь надо деньги собирать, если захотите. Ну, у меня денег прилично, достаточно. Ну, вот сейчас я вам покажу, что вот тут. Катя немножко остался. Еще я не понимаю, еще здесь эти районы надо захватывать. Не знаю зачем. Вот. Можно пасхалки поискать как раз, когда всю игру пошел. Вот эти части, где надо тренироваться, как раз вот самолет, вода, воздух, вода. И все, да. Воздух и вода. А, нет, еще машина вот какая. Драйверы делают на время проходить. Вот. Ну да, все, ничего больше нету. Вот. Ну что можно делать? Смотрите, только кучку наших собрать где-то груфов. И, к примеру, вот подходим к любому чуваку. Вот, ты мне не нравишься. И его убили, видите? Просто ничего не делаем, раз ударяем и все.
Как раз ножик подобрали. Вот. Ладно, давайте под конец эпичное что-то сделаю.